И скандал в бурятском хоккее. Спортсмен сломал клюшку, ударив судью за предвзятое, по его мнению, судейство. Конфликт произошел во время матча между армейцем и дорожником в рамках любительской лиги. Сергея Петрова удалили с поля за подножку на 2 минуты. Но после его попытки разобраться с судьей добавили еще 10 минут. Шестой номер, 10 минут, пожалуйста. За что? За физическое, физический контакт с судьей. Ну ты что, одурел что ли? Какого сейчас там удалили? Я подъехал тебе, говорю. 44-й. Да ты мне за 10 минут за это что ли? Сиди. Ну а что он меня за что? Шестой номер, на скамейку проедем. Судил игру Никита Тихонов. Именно о его голову и сломал клюшку хоккеист. В итоге в потасовке пострадали сразу 2 судьи. У одного из них сломан палец, у другого – ушиб головы. Правила установлены Федерацией хоккея России. Правила, ну если ты поставил подножку игроку, пожалуйста, отбудь 2 минуты. Для этого созданы правила, чтобы играть в хоккей по правилам. Будут подниматься вопросы об отстранении всей команды хоккейного клуба «Армеец». Потому что там не один игрок замешан в драке, там 5 человек на самом деле. Просто камера сбита и очень плохо видно. Теперь дальнейшее участие команды клуба «Армеец» в играх под большим вопросом. Судьба хоккеистов решится уже сегодня на заседании спортивно-дисциплинарного комитета.